Тобиаш Перейра Фигерейду. Родился 2 февраля 1994 года. Сатан, Португалия. Является воспитанником Лиссабонского спортинга. Хотя попал в команду лишь в 12 лет. Начинал свою футбольную карьеру в Пенальто до Кастелос. И в 2006 году его замечает Лиссабонский клуб. Он центральный защитник, который умеет хорошо разрешать чужие атаки и великолепно создавать свои. Конструктивный парень, обладающий великолепным пасом и чтением игры. Но все ли так было хорошо у него поначалу? Его карьера вовсе могла не состояться. Перед самым выпуском в 2011 году он получает тяжелейшую травму. Он пропускает практически весь сезон. Следующий год выпускной. Но Тобиаш Фигерейду возвращается на свой уровень. Умудряется выбить из состава тогда уже основного защитника Тьяго Илару, который сейчас находится в Ливерпуле. Тобиаш проводит отличный сезон, где сыграл 20 игр и забил 2 гола. Спортинг решает подписать с ним контракт и отправляет его в команду Б во 2-й португальской лиге. Он проводит отличный первый сезон в Спортинге Б. Многие стали поговаривать о его дебюте за основную команду, но тренер решил его еще на год оставить в команде дублеров. Но Фигерейду умудряется завалить 2-й сезон, теряет место в основном составе, и Спортинг принимает решение отдать его в аренду. И отдают в Реус Депортиво из Каталонии. Сегунда Б. Он проводит интересный сезон и возвращает уверенность в свои силы. Аренда заканчивается, а из Спортинга уходит бразильский защитник Маурисио в Лацио. И теперь тренеру Спортинга нужно пробовать молодежь. В сезоне 2014-2015 Тобиаш дебютирует за основную команду. Этот сезон поистине получился выдающимся для команды. Она выиграла Кубок Португалии. Великолепную игру показал как сам Фигерейру, так и его партнер Пауло Оливейро. Оба молодые перспективные парни. Сразу Спортинг берет суперкубок. И все в основном начинают обращать внимание на молодого португальского защитника, который своей уверенной игрой уже сейчас впечатляет многих специалистов. Спортинг ставит планку 45 миллионов, кто хочет его купить. Ну а 2015 год стал вовсе выдающимся для парня. Вначале он доходит до финала с молодежной командой Португалии до 21 года, где лишь по пенальти проигрывает сборной Чехии. А позже получает приз лучшему молодому игроку Спортинг. Что касается самой игры Фигерейду, он великолепный конструктивный защитник. Он умеет начать атаку. Как мелким, так и длинным пасом он обладает. Если есть пространство, то он способен протащить мяч и отдать уже полузащитнику, либо набегающему фланговому вингеру. Его рост 188 сантиметров. Неудивительно, что всю верховую борьбу он выигрывает. За всю карьеру у него достаточно мало предупреждений, так как старается отбирать он чисто. Иногда использует для этого подкаты, иногда корпус. Ну а мы пожелаем ему удачи. Надеюсь, скоро увидим в стане национальной сборной. И самое главное, смотреть футбол, любить футбол.